Здравствуй, дорогой друг. HomeKredit Bank предлагает акцию для всех новых клиентов. Если вы, условно говоря, зарегистрируетесь в приложении, то вы и я получим по 500 тенге. В целом, в регистрации нет ничего сложного, и я вам это докажу прямо сейчас. Смотрите, во-первых, чтобы дать вам ссылку, я захожу в меню приложения HomeKredit в раздел «Бонусы». Тут я вижу условия. Вы получите 500 бонусов за каждого друга, зарегистрировавшегося в приложении, и 500 получит друг за регистрацию. Имеется моя ссылка. И бонусы. Бонусы можно перевести как на карту, так и оплатить услуги. Оплатить услуги можно абсолютно любые. То есть, к примеру, кинуть на мобильный телефон. Итак, давайте проверим, насколько же это быстро, легко и просто. Копируем ссылку. Перед началом вам необходимо скачать приложение банка HomeKredit, то есть HomeKredit Казахстан. HomeKredit. Вот, HomeKredit Казахстан. После того, как вы его скачали, вам необходимо мою ссылку вставить в браузере, открыть в HomeKredit. Все. Мне надо выйти, точно. Сейчас. Вставить. Открыть. После того, как вы перешли по ссылке в приложение, вам необходимо нажать регистрация, ввести номер телефона, затем ввести номер ИМ. После этого вам придет код из СМС. После того, как вам придет код, вам необходимо придумать пароль. Вы успешно зарегистрированы. Давайте проверим, начислены ли бонусы. Переходим в раздел меню. Нажимаем бонусы за друга. И смотрим. 500 бонусов за регистрацию. То есть... После этого сразу можно взять и оплатить, к примеру, мобильную связь. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание.